Renault провела премьеру сразу двух занятных новинок. Это еще один пикап Duster, теперь с двойной кабиной и RS-версия Sandero. Широкой публике оба предстанут на грядущем автошоу в Buenos Aires. Но сперва о самих новичках. Duster, повторимся, заполучил вторую пикап-модификацию. Первая была выпущена ограниченным тиражом под брендом Dacia. Выполнена она в стиле рестайлингового кросса, но отличается чуть дутыми крыльями, парой штрихов в обвесе и мощными рейлингами на крыше. Места в двойной кабине, как уверяет в Renault, достаточно для 5 человек. А вести все это будет 1,6 или 2-литровый движок на выбор. Запуск такого Duster с припиской Orange должен состояться уже в этом году, однако точной информации по сбыту пока нет. Зато с горячим Sandero все понятно и даже немного печально. Sandero RS 2 литра достанется Латинской Америке, кстати, став при этом первой RS-моделью, выпускаемой за пределами Европы. По сравнению с базовым Sandero, версия RS получила иное оформление передней части, светодиодные ходовые огни, спойлер на пятой двери и декоративный диффузор. Под капотом машины находится 145-сильный двигатель, но какой именно в компании пока не уточняют. Ранее СМИ сообщали, что речь идет о 2-литровом атмосфернике от Duster. Мотор работает в паре шестиступенчатой механикой. Кроме того, Sandero RS также получит перенастроенную подвеску и рулевое управление, усиленные тормоза, специальное кресло и множество новых деталей интерьера. А более подробная информация о Duster Orange и Sandero RS появится к моменту премьеры машин в Buenos Aires.